Здравствуйте, меня зовут Картыник Илья, руководитель футболики в Мирном, Архангельская область. Очень давно была идея организовать по-настоящему хорошее занятие для детей по футболу у себя в городе. Очень рад, что стал партнером футболики, потому что на данный момент мне кажется, что ребята предлагают лучше для детей именно футбольных навыков, футбольных знаний для тренировки. На данный момент открыто в городе уже 2 филиала. И будем открывать и дальше, потому что желающих очень много. На данный момент в футболике Мирного занимаются 150 детей, и это не может не радовать. Мы, как тренеры, очень видим этот прогресс ребят. Они становятся лучше, они становятся спортивнее, они становятся организованнее. Очень большие положительные отзывы от родителей. Большое спасибо главному офису в Санкт-Петербурге. Ребята, все проблемы, которые возникали, вы быстро помогали решить. Также большое спасибо моему тренерскому штабу. Большое спасибо вам за энтузиазм, за ваше рвение. Без вас ничего бы этого не было. Ну и, конечно же, большое спасибо ребятам. Большое спасибо родителям за доверие. Мы вас не подведем.